Всем привет, ребята! Это мой первый влог в Австралии, и он будет про Byron Bay Lighthouse. То, что переводится как «Маяк Byron Bay». Вот. И вообще про сам Byron Bay. Поэтому давай. Вот здесь такой видок на видовой площадке. Я себе кофейка взял. Вон там какой-то маленький островок. Здесь хорошие волны, здесь серферы бывают, дельфины есть. И акулы, это же Австралия. Вот там тоже вот. Ну и он, какой видок. Найс. О, найдем на маяк сейчас. Вон какое местечко. И вот от меня 100 маяк. И вот какой прикольный мир. Музей открыт. И мне он. Крис, окно залезает, надо, чтобы в музей пройти. А вот. Мы зайдем попозже в этот музей, а сейчас мы идем на медовую площадку. Травка. И вот вид, о, конечно, очень хороший. Перфайн такой. Все фоткаются. Лес. Лес мы видим. А по берегу он скалы. Здесь белая купелька. Спускаемся. Вон, всякая купелька, окон. Какие-то растения. Непонятные. Я их не знаю. И мы видим, здесь корни. В общем, как-то прикольно, то, что они вот она... Вот так вот они. Я на склоне расту. Еще какая-то земля непонятная. Что они так сделали, ее никто не знает. И чувствую, качи появился environment responsible это был. Мало кто выбирает. Пешком или на велосипеде, маленькие кончатся брать на автобусе. Некоторые вообще на джипе ездят. Ну, в общем, мы там видим. Вон, идем. Камера трясется, потом уже за дорогу не самая ровная. Но пытаемся. Пляжи видно. Вот он, птичка какая-то. Это индюк. Стелс мод. Индюк, кажется. Какой-то. Смотрите. О, индейка выживает. Ну, вообще, пока. Продолжаем наш влог. Я не думал, тоже здесь кто-то вообще есть. На самом деле есть. Арка из деревьев. И еще здесь.
сейчас ворот. И туда еще дорога. Это место. И мы видим большой. Очень красивый. И если я когда уволился, то так толстенький. А это вообще не сначала. Прикольно будет, если оно обвалится. Ну, прикольно будет оценить. Ну, там корабль. Вон, далеко-далеко. Еще пойдем на следующую видовую площадку. Вот это вот конец Австралии. Ну, а там еще конец, поэтому это не самый конец. Ага, какие-то группы каяков. Я тоже съездил. Я на каяках полюбила. Здесь еще обрывы. Здесь такой мега-компас. Это East, не знаю, как оно. Переводится South, S. Здесь у нас украшенный столб и буква W, West. И буква N, это North. Поэтому, если я хочу на восток, то надо идти туда. Кто умеет компасом пользоваться, тут поймет. Продолжаем. У нас есть большая лестница. Она гигантская. Смотри, вот так вот прям бежит. И она еще дальше идет. Пипец. До того конца, который я вам показывал. Это разворот. Это разворот на конец Австралии. А это на пляж. Beach Access. Здесь вам карта какая-то и... Предупреждение. Нету спасателей. Там сильное течение. Мелкая вода. Шо там, в общем, под дебилком. Submerged object. То есть потопленные вещи. Здесь тайфун. А мы продолжаем. А вот это вот мы уже почти пришли. С пляжа и камни. Это вот. Это вот конец. И видно пляж. Эта дорожка не совсем такая легальная, но если не пройти снова, она вот тоже. Только я сейчас сделаю. Там не вода, от них хорошо стопнут. И готовы себе рядом. А вон я сюда еще. Вроде скопикально отдыхает. Сколько-то нужно. Вот вообще прикольно. Вон тут камень. Я пошел. Все тут маяк, но уже... So, do we have more people for this tour? И следующий тур полтора часа. Поэтому мы с вами. И вот, ребят, наше видео подошло к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А сейчас я вам покажу самые лучшие фотки.